Минувшей ночью на объездной дороге Новоленина сразу несколько автомобилистов угодили в одну и ту же яму. После проезда по выбоине владельцам транспортных средств приходилось либо доставать запаску, либо ждать эвакуатор. Полуночи на него выстроилась целая очередь. Вот сама виновница аварии. Вот вся вереница машин там стоит. 5 машин пока что, неизвестно, сколько дальше будет. Добавим, по данным исследования, которое проводило агентство РИА Новости, лишь половина дорог при Ангаре соответствует действующим нормативам. По качеству полотна наш регион находится на 59-м месте.